Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас давайте посмотрим, какой же отличный день завтра. Ну, самое первое, девочки, от чего-то вы завтра избавитесь, от того, от чего хотите. Может быть, от каких-то ненужных назойливых людей. Может быть, от каких-то ситуаций, из-за которых вы волновались, да, наконец-то от них избавитесь. А, может быть, продадите, наконец, недвижимость, либо уйдете, наконец-то, с нелюбимой работы, причем на какую-то новую, то есть какое-то предложение тут вижу, очень приятное для вас. Вот, то есть, да, действительно, отличный день. Но вот продажа недвижимости вообще тут самая яркая ситуация. Для кого-то может быть даже покупка. Для кого-то переезд с одного места жительства на другое или в другое. А вот, да, поездка или переезд. Ну, скорее всего, связанная все-таки с недвижимостью. Также может быть переезд к мужчине, но уже запланированный. То есть, не, естественно, что в пределах одного дня вряд ли у вас так неожиданно переезд нарисуется. Но однозначно вы оставите то место, в котором вы сейчас, и куда-то поедете.